Выбор – это то, что присутствует в нашей жизни каждый день, каждую минуту и каждую секунду. Иногда мы делаем его неосознанно, не думая о возможных последствиях. Совсем скоро нам предстоит сделать серьезный выбор, который коснется каждого из нас, наших близких, наших родных, нашей страны, с которой мы связываем свое будущее. В какой стране мы хотим жить? Задумайтесь об этом уже сейчас. Встретимся 18 марта на избирательном участке. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации.